И вы не подумайте, это не производное слово кунг-фу или какая-то такая шутка. Нет, секс – это полное дерьмо. Сука, если вы им занимаетесь, перестаньте это делать как можно скорее. Почитайте книжки, покупайтесь в озере с друзьями, потому что секс переоценен. Скажем сексу нет, а что так тихо, блядь? Ты обнимаешь меня, кладешь мне руку на колени. Даже не думай, я не стану твоей трогать пельмени. Моя нога неоднократно в эти грабли наступала. И они довольно сильно мне ебашили в ебало. Это антипрокорей, я реально пацанов. На зале возниками, твоя кружа на трусов. Этот ритуальный танец против секса на Руси. Заболяю, выключу на тёк, боже упаси. Эй! Миска рис, вы заслужили одна бутылка вода. Кому в ебало прилетит от пидораса? Оп. Нормально. Нормально. Первый пошел. Что, что? А? Галстук? О! Галстук, я знаю, что это такое. Это когда грудьми пенис дрочит. У меня такое было. В гримерке. Вот это будет авторский, а? Имен называть не будем, вы все ее знаете. Ладно, подумайте об этом на досуге. В любом случае, я все это делал, пока не было родаков.